Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Мой канал называется «Житейское вязание с Валентиной». Сегодня я хочу представить вам посылки покупки пряжи своей. У меня здесь из разных интернет-магазинов. В основном пряжу заказываю в интернет-магазинах, так как в свободном доступе у нас не очень есть, и цена разнится. Немного буду вам шуршать, вы уж прошу простить и понять меня. Первая посылка у меня с магазина, интернет-магазина Candy Yarn. Открываем. Интересная штука у нас. Я заказывала здесь процессы, на пряжу на два процесса. Мне нравится заказывать в этом магазине. Это не реклама, сразу скажу. Они всегда ложат вот такой вот подарок-сюрприз. При каждом заказе ложатся три конфетки у них и маркирочек. Так приятный такой бонус-плюс. Вот здесь они вкладывают еще картинку, фотографию такую. И сзади здесь написан узор по вязанию. Бывает узор по крючком вложенный, бывает узор спицами. Вот такое. Накладная у них такая. И ось, гляньте, як тут цікаво написано. Ваше замовлення складав з любов'ю зайчик номер 2. Это у них фішечка такая. Магазин этот в Україні. Україна. Заказывала пряжу двух артикулов. Ализе, Лана Голд Файн. Вот у них новый цвет. Он уже мой был давно, но я его не брала. Теперь взяла, решила попробовать. Красивый такой нежный мятный цвет, как он говорится. Вот так сейчас говорят по журналу Пандон. Вот. Акрил 51%, 49% шерсть у него в составе. 100 грамм 390 метров. Неплохая полушерсть. Вяжу нее очень давно, стираю в стиральной машине. Отпариваю, ничего с ней не происходит. Пряжа одна из моих любимых, неубиваемая, скажем так. Хочу связать с нее свитер. Планирую, что у меня хватит три мотка. Взяла три мотка на эту мою задумку. Далее я второй артикул пряжи. Ализе Лана Голд 800. Беру тоже ее. Часто она из моих любимчиков. Тоже полушерсть. Здесь 100 грамм 800 метров. Из-за этого и название Лана Голд 800. Цвет этот у нас будет, какой же ты цвет, ага, 166 цвет, вот такой вот лиловый, лилавандовый, а мятного не сказала вам, сейчас файна этого, 522 цвет. Вот с этой пряжей тоже хочу связать свитер или джемпер, но смиксовав эту пряжу с другой. Вот. Сейчас я отложу этот моточек, потом покажу, какая у меня задумка. Это убираем. Вот такие, девчоночки. Начинается сезон вязальный, холодов. Нужно делать немножко запасы на планы. Мои вязание вот положу сюда, чтобы была красивая у нас картинка. Далее. Это был заказ в другом интернет-магазине. Заказывала ранее. У нас тоже в Украине. Заказ на сайте 5 мотков. Там цены демократичные. Нравится мне у них покупать. Одно только, что у них идет продажа упаковкой. Не по моткам, когда на Candy Yarn я могу заказать, сколько мне нужно.
мотков, то на 5 мотков в интернет-магазине я заказываю только по упаковке. Alize Cotton Gold Fine. Я из нее вязала тунику дочки лавандовую. Есть у меня какое-то, в каком-то видео я показывала ее в готовых работах, наверное, или в процессах. Это акрил с шерстью. 100 граммах, 660 метров. Cotton Gold Fine, цвет 166. Состав 55% хлопок, 45% акрил. Пряжу стираю в стиральной машинке, тоже ничего с ней не случается. Не отпаривала, потому что вязала платочную вязку, и мне не было необходимости отпаривать. Вот, может, можно попробовать. Думаю, ничего с ней не случится. Она такая достаточно стабильная пряжа. Тоненькая, конечно же, но стабильная. Не скажешь, что здесь акрил. Похоже на хлопок хлопка. Такая хорошая у нее скрутка. Вот у меня по плану связать джемпер, поженив эти две пряжи. Вот мне нравится производитель Alize тем, что у них совпадают в каждой линейке Lana Gold 800, Lana Cotton Gold Fine. Там разные линейки у них есть этой пряжи, но у них совпадает цвет. Если он серый, то он будет серый во всей цветовой линейке, он будет одинаковый примерно. Вот очень хорошо они подобрались, смиксовались. Думаю, неплохо. Есть у меня задумочка на один оригинальный такой джемперок. Все увидите. Подержу интригу. Пусть вам будет интересно. Буду вязать две нитки. Такой. У меня заказ. Вот взяла тоже упаковочку. Конечно, что при таком метраже у меня останется, но пусть останется. Можно потом его, эту нитку добавить в подмоты и связать что-нибудь. Эту нитку можно хорошо смиксовать с махером, с тоненьким кидмахером от Alize, с такого, с бюджетного махера. Неплохо будет. Дальше, девочки, идем. Еще покупала тоже в интернет-магазине 5 мотков. Покупала Alize Lana Gold, классическая Alize. Это что, 240 грамм, 240 метров, 100 грамм. Вот такая она, такой цвет здесь интересный. Ну вот он, вы знаете, камера его правильно передает. Он не розовый, и не бежевый, и не кофе с молоком. Но интересный такой он, холодный цвет, благородный. Красивая нитка. Покупала эту нитку вместе с на сайте тоже 5 мотков. Упаковка этих брала. И брала упаковку желтых таких, что вяжу себе джемперок. Вот они по хорошей цене были, по скидке. Упаковка этих ниток, 5 штук, стоила 200 гривен. Почему же не взять? Этот желтенький, может, кому интересно, такой размытый лимонный. Это цвет 187. Тоже Lana Gold. Классическая из этой же серии. Вот такой он в жизни и есть. Разбеленный такой лимонный. Достану вам сейчас отсюда показать поближе эту красоту. Пряжа тоже давным-давно. Все ее знают, все ней вяжут из бюджетного сегмента. Вот такая она у нас. 49% шерсть, 51% акрил. 100 грамм, 240 метров. Цвет 585. Рекомендации спицы 4-6. Соглашусь. Я вязала и на четверке ее. Желтый свитерок вяжу на пятерке. Нормально. Ручная стирка нарисована. Но я стираю в машинке.
на режиме быстро. 30-40 градусов ставлю. 40 градусов она тоже выдерживает. Отжим 800 и прекрасно носится. Проверена пряжа это годами. Вот такой вот цвет. Вот такие девчонки и мальчишки были у меня покупки. Немножко так приготовилась к новому вязальному сезону. Будем вязать, черпать вдохновение. Проходите на мой канал, подписывайтесь. Буду рада каждому новому подписчику. А сейчас до скорых встреч. Они обязательно будут. Всем пока-пока!